Та-та-та-та-та-то-то-то-то. На-на-на-на-на-на. Вот Балтимор, вот мне... Ух, ля, блядь, в 4К. Пошло тут добро. Ой, блядь, сейчас у меня компьютер сгорит. Давай вот так вот сделаем. Да. Балтимор, ребят, как всегда, лайк, подписка, колокольчик. Не забывайте поднимать себе настроение, систематически заходя на наш канал. Также на канал Балтимор. Ссылочку оставлю внизу в описании. Напоминаю всем, что вы все красивые. Я все сказал. Поехали. О боже. Dance for me, Garfield. Not a chance. If you want, I'm sure Odie would be happy to. Блин, мопсы прикольные. Я, кстати, вот эта игрушка вообще просто криповая. У меня первому я купил своему сыну. Сидел, пальцем щелкал, пока с ним разговаривал. Он мне как ухерачил полруки. Знаешь, как страшно стало? Очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Как в русскую рулетку играть. Опять всю ночь спать не давал. Всю ночь ковер прошел. Кастрирую я тебя. Сон-то дороже мне сосиски твоей. По-хорошему не хочешь? Значит, будем по-плохому. Дяденька придет, ножницами чикнет, и не будет у тебя шариков шарик. Нравится расклад? Разом ебану? Ебани! Приватбанк. Беремо и робимо. Кого? Кажется, они что-то знают. Шерстяные эти. Hey. Ну ты долбоёб. Where's the money? Where's the money, bro? He's not talking. Flip him over. Nintendo, that's not how you put your drink down. Alright, I saved it. Coca, oh my god, please! Коки! Жесть какая-то. Блин, а помнишь эти старые холодосы, как она, Зил, Иш, или как там этот? У бабули у меня на даче стоял, бля, там такая же тема, там, короче, мне казалось, оттуда кто-то скоро вылезет, такой, сизи! Чё пиздишь? Ты чё пиздишь? Открываешь там, блядь, такая бирюза, да-да-да, бирюса она, по-моему, назывался. Здесь оттуда такая наледь, такая, блядь, Омск, во-во-во-во. Саратов, блядь, прикинь, раньше названия были. Просто Зенит, Саратов, Минск, блядь. Вообще не парились просто. Вообще не парились над названиями, просто Минск. И работают они до сих пор уже 50-60 лет. Вот это ужасно. Точнее, вот это прекрасно. Ну, как бы ситуация ужасная, но история прекрасная. О боже. У тебя колу диетическую нет или какой? О боже.
Сейчас расскажу жизу стопроцентную. Это сейчас будет жиза. Поехал я тут, значит, со своей и с этим старшей личинкой кататься на тюбинговую горку. Я говорю, поехали на тюбинговую горку. Ай, ну давай. В инстакарточке красоте hard.inst. Значит, вот там вот я на все выложил. Значит, что я хотел сказать? Значит, есть такой тип людей, знаешь, которых они с повышенной эмоциональностью, я не знаю, или как это правильно назвать. Ну, короче, тюбинговая горка, чтобы вы понимали, это такая вот ватрушку такую берешь и просто едешь с горки. Ну, быстро, не быстро, там, я бы не сказал, что прям мега быстро. Просто обычная горка, с которой ты катишься, ну, грубо говоря, на санках. Есть такой тип людей, знаете, которые вот им для того, чтобы записать сторис, надо, знаете, они, наверное, я не знаю, скорость там увеличивают или еще что-то. Короче, я спускаюсь с горки такой, спустился на тюбинге такой, прикольно. Ну, такой, ну, прикольно. Я говорю, малой, чё как? Внизу такой. Он говорит, нормально, слушай, ну, круто так, прикольно. Поднимаемся вверх на горку. Едет тёлка такая... со всех сторон себя снимает. У меня такое ощущение, что она, блядь, я не знаю, она откуда щемится. Вся горка смотрит, и она так... Я говорю, о боже. Я говорю, о боже мой. Вот он. Вот он, говорю, человек-контент, блядь. Там скорость 300 сейчас. Она спускается с горки, понимаешь, там за ней еще стадо диких животных гонится. Она такая... Вот так вот делает. Я не знаю, для чего, для кого, но очень было интересно. Я больше с того момента не катался на тюбинге. We're here to help. Farewell, citizen. Speak. Hey, show me the короче, посмотрите в интернете, чему это было посвящено. О, кальмара поймала. Рецепт из того, что всегда есть под рукой. Командорского кальмара и пятигорский лангустин маринуем соусом унаги, немного устричного соуса и, конечно же, сочным ароматным лимоном с южного склона Везувия. А колумбийский батат спокойно очищаем и нарезаем на тонкие палочки и обмакиваем во взбитом яйце и панируем японскими сухарями панко. И если у вас завалялась спаржа, да, присыпайте ее отечественным чесноком и оливковым маслом. А пыль феечек Винкс сверху не надо приправить? И может быть тонко измолотый рог единорога? Может быть надо и немного радуги добавить, нет? Ты что несешь? Нам есть нечего! В холодильнике банка варенья с того года стоит! И салаты уже все испортились, потому что уже какое там, 10, 11, 12 число. Все, есть нечего, все, денег нет, салатов нет, ничего нет. Все, все, блядь, конец истории. Чего? Fun burn good. Good sports great. Mubars. And sandwiches. Эй, чё слушаешь? Да так, ничего особенного. А можно послушать? Не. Ты чё прикалываешься? Дай сюда. А, что-то в наушниках звук пропадал. Не услышал я этого момента. Тарас найден. Ты что, серьезно это слушаешь? Наушники брахлят. Да. Ты же просто дурацкий старый
Это даже не музыка. Знаешь, у всех разные вкусы. Я не виноват, что мне нравится Риана, а тебе нет. Стой. Риана? Да. А ты что, слушал что-то другое? Нет, ты... Короче, слушай дальше свою Риану. Погляну. Не шутя. Took a shit in my crib? Who was it? And you better not lie. Was it you? Say something. Was it you? Tell me right now. Alright, that's regular. You know, they always knock in the pool. But back here is crazy. Pause of the month. Pause of the month, bro. Hey, yo! That's crazy. Ночью ей конец. Yo, is that Spider-Man? Шерстяной это не простит. Yo, I love Spider-Man. Проверяем инверсию лица, но мне самое охуительно, поэтому будет ровненько. Ебало закрой. Смотри, блядь. Раз, раз, раз. Ой, ну ровная ж, да, по факту? У тебя хуй кривой, блядь, долбоеб. No witnesses? Хрена себе. Блин, кстати, это такая же за. Иногда тоже такую пирамидку хочется. Потом каждый раз не бегать и не носить эти рулоны. Но здесь включается Леха Ватман и даст вам дельный совет. Готовы? И всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами находимся в туалете обычного жилого дома, а это значит, что у вас, как всегда, не хватает чего? Правильно, туалетной бумаги, а это значит, что вам нужно встать и пойти вниз ее взять. Но! Если у вас есть сын, который умеет ходить, можно его послать за туалетной бумагой, он вам ее принесет! Ха, бля! Продолжаем просмотр нашего видеоролика. Ра-ба-ра-пам. Второй. Ну, раскрыли вы мою тайну. Вы думаете, для чего я второго? Потому что первый стал в школу ходить, я поэтому взял и второго сделал. Пока первый в школе, второй будет носить сралку. Юморишь, блядь.